годы. Если Жить ради собрать... детей, внуков, правнуков, это, по-моему, социализм. Ну как, жить надо ради себя, ради самого себя. Зачем ездить на 4-летнем пикапе? Ну вот ради А как ты чего это все? относишься к идее Потанина, что он все деньги в фонд и детям не оставляет? Но люди, которые специфически получили свое Хороший богатство, ответ. имеют право с ними специфически распоряжаться. А, Браво. да, это одно. Второе, На заголовок. вот, наверное, это его право. Здесь сначала мне показалось, что вот не очень правильное отношение к детям. Но там же не все четко написано. Наверное, что-то он им оставит. Использовать как мотиватор, что у них не так много денег. Ну, наверное. Я так делать не Ну, буду, миллиард оставят детям и все. Остальные 20 отдадут. Да. Да. Извиняюсь.